числа у тебя выступление. Ты помнишь, что у тебя главная роль? Мне было 3-4 года. Мне постоянно об этом говорили. Я помню, как я отвечала: театральная студия. Как я отвечала: да, конечно. И ничего не напомнила, и все забыла. И потом с моей мамой случайно встретила мою учительницу, которая вместо меня играла дюймовочку. Когда мы решили поставить этот спектакль на два состава, мы понимали, что это будет сложно, но когда приключения начались на два состава, мы поняли, что даже на два состава кто-то резко уходит с роли, ничего нам не говорит, уезжает вообще к бабушке, к дедушке, и мы не знаем, как ставить роли, кому же давать тексты в последние моменты, приходится искать другие костюмы, давать другие слова. Поэтому мы вас попросим строго не судить некоторых деток за то, что они там взяли на себя ответственность, взяли на себя какую-то роль, взяли и выучили ее, и могут иногда забывать текст в крайнем случае. Мы их всегда поддержим, мы по-доброму улыбнемся, хорошо? Мы надеемся, что вам очень понравится то, что мы для вас приготовили. А самое главное, не забывайте, что это комедийный спектакль. Несмотря на то, что он старославянский, у нас получилось, что у нас немецкий солдат, римский солдат. И вот много вот таких вот смешных моментов, как будто они и были задуманы. Да? Давайте мы похлопаем. Вам сказки, сказки не девицу, про царя и про девицу. Варю хлопья!
сделала. Свят, 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 с нами крестная сила. Ты, матушка, не пугайся, а петь не будет. Для жизни, для нашей жизни не изменится. Я чуть слова чудесные получил. А хочешь, я тебе окно исправлю? Окно. Уж не рехнулся ты, Мельчик. По щучьему велению, по моему отношению, явись сюда, обнова царская, шай боярская. Красота какая, ну спасибо тебе, Мельчик, а ты-то как без обновы будешь? А я потом приеду, с ним за дровами съедем. Ну поезжай, поезжай, Мельчик. По щучьему велению, по щучьему велению, по моему отношению. А ну-ка, явитесь сюда в сани. Сань. Возьмешь? Возьму. А давай.
Спасибо.
хорошо, давай, Ванюш, давай, мы с тобой. А ну-ка, девочка, давай. Восточные сказки.
все сбудется. А желаю, чтобы царевна Земляна рассмеялась, и моя смеялась. А я не засмеюсь! Ты равно не засмеялась! Царевна Земляна, Еделя все может. Ура!
По щучьему велению, по моему прошению, явиться на печь. Не будешь? Не буду. Я обязательно.